готовились к 10-му испытанию проекта «Настоящий мужчина 2018». И сегодня парни будут бороться за звание «Короля льда». Игорь Вячеславович, ну что, сегодня будем проверять, насколько наши парни хоккейно приспособлены? Или да, что? Да, посмотрим, ребят, проверим, ребят, кто на что способен, как бы мы подготовили конкурсы, да. В этом году новшество, потому что будет настоящий вратарь. В прошлом году-то они просто били по воротам. Сегодня у нас настоящий вратарь, вот им будет очень непросто. Ваше первое испытание – это бег по кругу. Видно моральную поддержку среди участников. Вазген уже побежал второй раз и, думаю, даже дал легкую фору в виде своего небольшого падения. Коньков не досталось. Да, я тоже хотела. Свою возьму, сейчас сниму и отдам. Нет. Юрий Николаевич, великолепная восьмерка снова в деле. Ну да, пускай в хоккей играет настоящая пятерка и вратарь, у нас великолепная восьмерка и вратарь. Стартуйте отсюда по слепку. То есть поехали. Это нереально! Сможете справиться? Да, конечно, куда справимся. Ну, две руки в помощь. Вывезем за ручками зубы и пойдем. Справимся, нужно стоять. Перчаток-то плохо. Испытание сейчас парней ждет не из легких. Мало того, что нужно устоять на коньках, так еще и обвести шайбу вокруг колес. Все-таки фигурно водить шайбу задача не из самых простых, это я вам точно говорю. Шайбу фигурно парни уже поводили, остается два этапа. Это попадание в ворота и массовый забег. Первый начинает с клюшкой, берет одну шайбу. Так, первый налет выходит Вазген из Каяны. Так и так. Он подходит, обводит и мимо ворот. Но у нас еще есть две попытки. Итак, он выходит, он ведет. Подходит к вратарю, уже почти в упор и бьет. Вратарь по шайбе. А какие считаются попадания во вратаря или в ворота? Или все вместе? Я немного занимался хоккеем совсем. Вот прям пришел, научился кататься, ушел. И в хоккей я не играл. Ну, кататься последний раз я просто 3 года назад катался, и пока вспомнишь, соответственно. Кто же размочит счет? Ты сегодня рекордсмен по количеству падений. Больно, нет? Или нет, мягкий лед? Не больно. Ну, у меня куртка толстая, так что не больно. Почему лед тебе не подается? Ты не умеешь кататься? Я всего 4-й раз на коньках.
Никто не смог тебя сегодня победить. А тебе, когда сказали, что ты будешь сегодня стоять на воротах у настоящих мужчин, было страшно, что, о, ну сегодня-то, наверное, мне покажут класс? Да, были ожидания, что будет более тяжелее. Давайте еще один забег. Да. Парни в этом году гораздо отчаяннее, чем в прошлом. Если тогда они все ударились о борт, и никто не сказал, что ему больно, а в этом году они рискнули и побежали второй раз. Пишем? Дима, ну ты сегодня прям... Игорь. Почему думаешь, что ты Дима? Не знаю. Ну, я думаю о Диме, наверное. Дима, привет. Игорь, ну расскажи, ты сегодня прям показываешь класс. Ты с коньками прям вообще на «ты». Нет, я с конями на «ты». С конями, да, но не с коньками. Коньки – это другое. Но все равно как бы сходство есть. Ну ты первый прибежал в массовом забеге. Я привык. К чему? Побеждать. И мало говорить. Да. Опять я. Я уже начинаю привыкать к камере, ей-богу. Ну, еще целый день будет камера, ну, раз, да, на завтра. Естественно, естественно. Итак, сегодняшний этап. Какой он был для вас? Ну, я, честно говоря, вспомнил детство, потому что гонял шайбу. В детстве, правда, коньков не было, на валенках. Ну, а кататься, это 10 лет не стоял. Поэтому, как бы, попробовал, вернулся. Ну, у меня, для меня этот конкурс как машина времени. Она позволила мне вернуться на 45 лет назад. Вот и завершился 10-й этап настоящего мужчины. Они боролись за звание короля льда. Ну, я так скажу, чтобы никого не обидеть. И, в принципе, они все молодцы. И звание заберу себе, поэтому королева льда сегодня я. Обнови свой интерьер с торговым домом «Меркурий». Скидки до 15%. Доставка, подъем, сборка бесплатно. С любовью к вашему дому. Торговый дом «Меркурий». На улице минус 15, а у нас скидка 15% на металлочерепицу. Лето не за горами. Начни строительный сезон с проверенным партнером. Материалы для кровли, фасада и внутренней отделки вашего дома от ведущих производителей строительных материалов. Все и сразу в одном месте. Торговый дом «Алтайстрой». 47-27-87. Проект «Настоящий мужчина» смотрите на канале Бийского телевидения в YouTube. В группах «Бийск. Мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», а также на портале «Я в Бийске».